это 2 дня работы. Не всегда легко, не всегда приятные эмоции, но это того стоило. Это большая работа, и это грандиозный опыт. После этого я наконец-то понимаю, что такое поддержка рода. Я наконец-то понимаю, что такое соединение нескольких поколений. Вот в этой, казалось бы, небольшой штуке. Но теперь это мой оберег, и я очень рада, что я сделала его до конца. Повторюсь, это не всегда было легко. Я всем рекомендую попробовать прожить этот опыт, прожить опыт расстановок с мамой, с папой. Это очень ценно, и это действительно помогает почувствовать, что теперь ты можешь двигаться вперед без какого-то камня на сердце. Легко и с улыбкой, и в любви к своим родителям, и в уважении большом к своему роду. Вместе с этим деревом ты уже никогда не почувствуешь себя одинокой, одиноким. Ты всегда будешь чувствовать, что у тебя на плече есть рука мамы и папы с двух сторон, есть поддержка твоих предков. И будешь уже, несмотря ни на что, идти вперед по жизни.